Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Опа, а что мы видим? А мы видим сайт GM Trade. Да, дорогие друзья, хотел вам посоветовать именно этот интернет-магазин по продаже золота в Архейдж. Почему? Потому что сам пользуюсь их услугами, это проверенные ребята. Причем голда доставляется в считанные секунды, потому что они не перекупщики, они сами фармеры. Причем фармится вся голда вручную, и я думаю, вам это должно понравиться. Все, ребята, всем спасибо за внимание, покупайте голду на GM Money Trade. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видеобомба, и я Fuck You Game. И как вы видите у себя на экранах, сегодня мы будем точить экви. Извиняйте за пропаганду курения, но я сейчас нервно курю, блять. Вот. Короче, не хотел мучать вас долгим занудным точим до легендарки. Вот, сразу уже сам подготовил предметы. Точим сегодня 5 предметов двойными точками с мощным катализатором. Куда-то нибудь, да, они должны прокнуть. Вот. Я себе там такую сборную солянку придумал сам, как говорится. Вот, точить будем по очереди. Это full set у меня уже эпохи хищника, грубо говоря. И выбрал, так как я буду играть или телепатом, или там, ну, пока не знаю, пока что остановился на телепате, грубо говоря. Вот, ну, с обороной это однозначно, поэтому взял себе вот такой вот северный шмот, который на сокращение отката щитов, ударов щитами. Вот, хоть это и тяжик, но все равно я получаю пассивку от легкого на время каста, потому что все остальные у меня предметы от легкого сета. Ну чё, ребята, поехали с первого предмета. Релик выкладываем, вставляем это, вставляем катал. Поехали. Неудача. Больше точить эту не будем. Вставляем это. Поехали. Неудача. Снимаем. Ой, блин, мне прямо все внутри зацепенело. Релик. Снимаем. Вставляем. Ну чё, парниши, поехали. Нет! Да, печалька. Сейчас закуплю немножко двойных точек и попробую вот эти хотя бы в релик вогнать. А что делать? Не пошло ничего в эпоху. Куча голды потрачена. Как там этот двойной свиток называется? А вот только я выключил, вернее, только я точился, у меня не пошло ничего в эпоху. И тут на тебе тканевые перчатки эпохи хищника, заточил у нас стрелок. Не понимаю, зачем стрелку тканевые перчатки. Вот это параша называется, полная параша. У меня 5 предметов не пошло, и тут на тебе чувачок делает эпоху. Там прыгает, небось, как я в прошлый раз от шлемака. Эх! Ну ладно. Не будем унывать. У нас все получится. Вот. Все будет ништячок. А что же у нас тут в релик пошло? Ну хотя бы время применения умений апнули. Да, время применения умений апнули. И апнулся у нас один этот. Ну, короче, все уныленько. Так, ну чё, готов я продолжить точить это безобразие. Купил я 6 свитков двойных. Сейчас попробуем. На каждый предмет потратим по 2 свитка. И посмотрим, что получится. Неудача. Не знаю, зачем я это делаю, да. Но так вот мне хочется. Давайте чуть по-другому попробуем. Давайте откроем этот свиток и, допустим, попробуем все-таки их доточить.
Вот, видите, удача. Удача, удача. Давайте что-нибудь пооткрываем кошельков, что ли. Танцы с бубном начинаем. Надо было, наверное, все-таки, когда я начинал точить, немножко побубнить со складом, с вещами, повыкладывать вещи, наверное, на склад немножко. Вот это было бы тогда, конечно, нормально. А перчи у нас пойдут? Неудача, тоже фиол. Жесть. Это просто жесть. Не везет мне сегодня. Много я сегодня точил. На изичах товарищу заточил сет в легендарку полностью хищника. Вообще там, ну, очень дешево обошлось. Намного дешевле, чем покупать Саука. Еще фризит меня. Ну, конечно, под фризами. Какие могут быть удачи под фризами? И что самое интересное, ни разу не пошла удача два раза подряд. То есть, вот если сейчас удача, то следующая обязательно будет неудача. Как хитро все сделано. Ну, настолько хитро, что это просто кошмар. Сейчас потанцуем немножко с бубнами. Так, хочется же что-то нормальное, чтобы вточилось. Ну что ж за ерунда такая? Столько голды потрачено и всего лишь два релика. Это совсем не рентабельно. И то, причем один такой этот пояс, он не сильно дорогой. Эти вот наручи, и то они дороже были. На аукционе они зеленые стоили 600 голды, потому что они очень редкие сейчас. Их очень редко можно встретить на ауке, а эта комба через щиты сейчас роляет. Ого-го. Сейчас роляет, ого-го. Оу, аж в легендарку, бляха-муха. Все, пошло аж в легендарку, я понял. Просто the best. Просто the best of the best. Ой, слов нету. Нету слов у меня вообще никаких. Зараза, ты такая мохнатая. Ну что, штаны, давай, в реликвию. Блин, не пошло. Сейчас подзатаримся еще немножечко. Есть еще немножко голды. Подзатаримся и попробуем еще разочек доточить. Так, ну что, на последние карманные деньги, которые мама дала на морожку, подточим Бабе-Яге. Что-нибудь поточим, короче. Поехали. Меньше текста, больше дела. Сначала точу наручи. Я понял. А теперь точу по ножи. Эч! Да что ж ты будешь делать такое? Теперь точу наручи. Я понял. И теперь точу по ноже. Я понял. Вообще ништяк. Короче, все закончилось очень круто. Мы вточили большой болт. Сняли с него огранку. Резьбу. Сегодня, ребята, у нас неудача. К сожалению. Я не считаю, как бы, удачей два релика вот этих. Ну да, да, приятно. Релики хотя бы, но то, что вот это у нас не релик, это меня печалит вообще. Хотя бы релик. Если бы хотя бы релик, было бы вообще ништяки. Ну чё, буду ждать следующего прихода голды. И будем пробовать точиться дальше. А что делать? Надо хотя бы все в релик вогнать. Все в релик, будет ништячок. Все, всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, даже несмотря на то, что мы сегодня с вами ни хрена не точили нормального, вернее, как бы вточили, но не то, что хотели.
но все равно нормально. Я считаю, что нормально. Ух ты, человек точит эпохи, точат эти корабелы, вообще ништяк точат, смотрите, как корабельные эти штуки точат. Молочаги, парняги, но мне не интересно точить эти корабляги. Все, еще раз спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся, будем точить много, еще много всяких разных вещей. Особенно, вот вижу, тоже надо в релик вогнать. Вот, я остановлюсь на Эрнаанке. Там просто идут бешеные цены, просто бешенейшие цены идут за бижу дальше после Эрнаанки. Там, если Эрнаанка стоит, допустим, легендарная 1000 голды, то уже эфирика будет стоить 3,5-4 за предмет. Ну, как вы представляете себе там. А краполи там буквально на 0,1-2 буста, оно того не стоит, как я считаю. Да, если покупать уже и тратить голду, то тратить уже, допустим, на Эрнаанское, там, я не знаю, Эрнаанское ожерелье мудреца, допустим, да, на 814 пробивания там в реликвии или 790 пробивания с этим самым. Ну, игнорирование, вернее, не пробивание, вот, в легендарке. Ну что, все, заканчиваю, то я уже начинаю, короче, лить воду, расстроился, начинаю много разговаривать, много никому не нужных слов. Ничего, доточим еще эти 3 предмета в релик обязательно, но уже в следующий раз. Все, спасибо всем, пока-пока. Бум-бум-бум, ты меня бум-бум.